Очередная атака дронов на российские объекты. Путинская стабильность выглядит именно так. Неспокойная ночь выдалась у жителей Белгорода. В Курске настолько все стабильно, что ночью и вовсе наступил блэкаут в одном из районов города. Одним из объяснений блэкаута в городе у Росэсми является заявление об атаке беспилотников на Курчатовскую АЭС в Курске. В контексте атаки на АЭС лицемерию РФ нет предела. Я просто напомню, что пока Росэсми выдумывает истории об атаке на их атомные электростанции, Запорожская АЭС превращена оккупантами в настоящий военный объект. Ну и так сказать на десерт. Энгельс. Там беспилотниками был атакован аэродром стратегической авиации ВКС РФ. А это те самые тушки, регулярно обстреливающие украинские города. Минубийство РФ, как это всегда бывает, отчиталось об удачном уничтожении всех беспилотников. Но вот ведь незадача. Местные жители оказались сплошными фейкометами и дискредитаторами. В районе Летки говорят 4 раза. Сейчас напишут, что все сбили. Как обычно. Живу совсем рядом, один прилет был точно, остальных зениткой сбили. Потом с мигалками пожарки, скорая, полиция. Сирена тревоги орет до сих пор, а на аэродроме втихую что-то взрывается. Походу, горит что-то. Украинские СМИ, ссылаясь на свои источники в ГУРе, подтверждают информацию местных. Беспилотники поразили цель. А за атакой на Энгельс стоит именно ГУР МО Украины.